В Бобруйской специальной школе-интернат новый аудиокласс. Все благодаря госпрограмме «Образование и молодежная политика». Проводная звукоусиливающая аппаратура с наушниками и микрофонами помогает детям с нарушениями слуха лучше понимать друг друга, а педагогу доносить информацию. Тембр и интенсивность звука для каждого настраивается индивидуально. На уроках используется как фронтальная, так и индивидуальная работа. То есть дети, которые справляются с заданиями быстрее, соответственно, даются дополнительное задание. Также мы ориентируемся на физиологические особенности детей. Кто-то справляется быстрее, кто-то медленнее. Темп работы на уроке разный, дети разные. В основе обучения – жестовые и тактильные языки. Один из важных инструментов – визуализация. Большое подспорье – новые интерактивные доски и стол. Сенсорный экран вызывает живой интерес у дошкольников. Дети вместе выполняют задания, что развивает навыки работы в группе. Профсоюзная организация открытого акционерного общества «Белшина» также сотрудничает с нашей школой. Мы двигаемся по обновлению ученической мебели. Это была передана мебель для первого класса, мебель для кабинета коррекционной работы для дошкольников и для коррекционной работы старшей школы. На днях концерн «Беллесбумпром» передал учреждению в дар 100 новых стульев. В ближайшее время их планируют установить в актовом зале. Безвозмездная помощь в виде мебели и школьных принадлежностей оказывается на постоянной основе. Игрушки, книги, конструкторы – все это хранится в удобных стеллажах от «Фандока». Полочки сделаны из массива сосны, что экологично. Главный плюс – долговечность. Такая мебель прослужит не меньше 20 лет. В специальной школе-интернат созданы все условия, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно. Обучаются тут свыше 100 ребят. Новые достижения детей, будь то сказанная фраза или произнесенный звук, здесь на вес золота. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.